Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Артур и Джек Шепард. Всем привет! Постоянно приходится выпрашивать у тебя. Не хочет с людьми здороваться, не хочет. Мы находимся в Гвозно. Да ладно. Мы сейчас проверим Гвозно и потом решили, что мы заметили, Джек Шепард у нас заметил на карте плотину свободы. Или как она называется? Победа, по-моему. Плотина Победа. Она где-то севернее Гвозда. Но сейчас мы проверим Гвозда на предмет наличия в нем средств передвижения. Сколько, кстати, на этом сервере времени? На этом сервере времени 12 часов почти. То есть полдень. Я-то думал, что это... 2 часа назад, читай. Что-то темно. Да, откинулись на 2 часа назад. Ну, это ладно. Так, вот тут у нас лежит под нами... Нет, не тут. А где у нас Гвозд? А, вон оно, вон там. Сейчас осмотримся там помаленьку. Постараемся не шуметь больно-то. Ты заметил на этом сервере? В этот раз мы играем на сервере EU 10 или 14. Короче, на каком-то EU играем. Ох ты. Че? У меня только скин классный. Ты, блин, нарциссист. А, это же у нас... А мне больше вот такая вот черная одежда нравится. Так очки надел бы в меню создания персонажа, там редактируете. Надеваешь своему персонажу очки, если тебе так надо. Надо будет, надо будет. У меня вот есть очки. Короче, молодец, эту серию ради разнообразия мы... Ой, тут прыгун. Ради разнообразия побегаем от третьего лица, что ли? Вообще, давно уже народ просит ночные серии. Блин, как-то их нужно будет сделать. Просто ночью очень сложно словиться. Вчера вообще никак было, потому что я весь свой лут возвращал. Ну, то есть для вас-то это не вчера. Вы вчера смотрели серию, где мы бегали. Для меня вчера на момент записи серии. Так, тебе слева подходит прыгунчик. Отошел. Правильно отходишь, молодец. Так, тут у нас толчок, да? Ой, блин, а что так тормозит-то? Ёлы-палы. О, 5 кадров в секунду. Ну все, вроде нормально. Так, ну и что у нас тут есть? Нет, я уже как-то привык к виду от первого лица, что мне даже дискомфортно с видом ответил. Да, опыт сразу начинает все расставлять на свои места. Да. Так, там зомби у нас в деревьях. Что-то я не вижу тут вообще ничего хорошего, честно говоря. О, дом, в котором можно войти. Да. Идешь за мной? Да. Время засек? Да. Так, тут у нас магазин ПМ. Я. Винчестер. 3 обоймы. Винчестер, тут фаеры лежат. Фаер, вернее. Ну, короче, просто вспышки. Возвали тоже фаеры. Сигнальные шашки. Ничего особо хорошего мы тут не нашли. Слева у нас где-то зомби рядом. Справа прыгун прыгает очень близко. Так, зомби меня вроде... Не знаю, есть ли смысл туда дальше идти. Ну как, надо же осмотреться. Там, куда мы идем, никого нет. Ну как нету? До хрена кого, конечно, есть. Ну, ладно, чё уж, раз уж пошли. Ой, блин, что-то вас тут много, ребят. И меня спалили. Спалили? Беги в тот дом. Я лучше к тебе приду. Так за тобой же прыгает одна макака. Я знаю. Так сейчас пошли в лес тогда. Высажу. Ты же сейчас высидишь, и вон тот прибежит. Сейчас, подожди, подожди. Ты что делаешь, блин? Надо было тогда в тот дом идти. Мы сейчас как от них отобьемся, от всей этой толпы? От какой толпы? Один только идет. Какой нафиг один? Уже трое. Сейчас мы отойдем и убьем его. Отойдем и убьем. Офигеть. Отойдем и убьем. О, сколько у вас тут. Короче, я пошел в тот домик. Где у вас ангар? Да где-то ангар ты видел. Я в тот дом сейчас пойду, где мы только что были. Раз, два, один, блин.
Так, ладно. Ничего страшного не произошло, не волнуйтесь, дорогие зрители. У нас... Тебя что, порвали, что ли? Что ж... Нет. Что ж все это... Ой, ты меня смотри, не пади больше. Хватит таких приколов. Стараюсь. Да, ты заварил эту кашу, ты ее и расхлебываешь. Твои патроны. Хороший пистолет, кстати. Пистолет хороший. Только рядом с тобой ты зомби. Зомби крадется, прикинь. Вот это был кадр. Тихо-тихо, без нервов. Что ты шарашишь-то прям как... в свет, как белая копеечка. Так чего их так много? Да это еще немного. Да блин, так... Я не могу к его прицелу привыкнуть, вот что плохо. Да блин. Ладно. Так, я, между прочим, кровь теряю. Да. Что офигенно, то, что на этом пистолете 17 патронов сразу в магазине. Так, и спокойно, падай давай. Будешь обыскивать, нет? Всю эту толпень. Не такой уж он и шумный, кстати говоря, как кажется, хорошо. Потому что вон там зомби стоят достаточно близко. А у них вроде как никакой тревоги нет. Так, банка газировки, я возьму, я заслужил. В прошлой серии, в конце, сколько я серий. Ой, вернее, говорю, сколько серий. Сколько банок газировки высосал. Так, ну теперь уж давай пойдем посмотрим, что у нас вон там, это церквушка или что это такое. Осторожно, там за деревьями зомби ходят. Теперь уж пойдем уж посмотрим. Блин, я застреваю во всем, в чем только можно. Такое ощущение, что зомби отреспавнились, потому что их сколько было, столько и осталось. Как-то даже вообще их не уменьшилось. Бежит за мной, да что ж такое? Бежит. Да я знаю. Я пока не останавливаюсь, я хочу посмотреть в эту циркушку, можно войти? Но похоже нет. Сейчас я их всех соберу, пойду туда же и там опять их отстреляю. Потому что... Давай. По-другому тут не получится. Там какой-то вход есть, но он, похоже, не тот самый. Блин, ударили меня, это плохо. Так, я, короче, побежал обратно туда. Сейчас побольше их зацеплю сразу. Так, ребятки. Блин, у меня, конечно, крови не так много, чтобы разбазаривать. Да, у тебя кровь идет. Да, я знаю. Так, и вам добрый день. И вам. Здравствуйте. Ой, меня кто-то ударить успел, что ли? Офигеть. Я забегу чуть вперед тебя и сразу внутрь, чтобы не мешаться. Так. Всё. Так, блин, мне не дают времени перезарядиться. Падай уже. Нет, не бабай. Ой, что-то нехорошо мне. Ой, нехорошо. Ой, Джек, помогай. Что-то туго мне пришлось. Отходи. Туго. Отходи. Так, отстреливаю пока. Я пойду. Проход, я его У меня кость сломана. Так, первым делом. Буду лечиться. Так, примоморфия. О, блин, хорошо, меня порвали. Так, давай, дружок, перевязывайся быстрее. Ну что, где вы, болезнь? С этим получше. Принять болеутоляющее. И бинты. Что-то хреново это все для меня получилось как-то. У меня 3800. У тебя есть пуля, ему один патрон остался. У меня винтарь теперь только. Подожди, мне перевязаться надо, а то у меня 3500 крови осталось. О, меня как колбасит. Как бы мне в обморок не упасть. Он как раз тупит. Так, здесь еду. О, как меня штырит, и пона городовая, как у меня, какие у меня приколы. Да, это явно нехорошо. Блин, надо будет свинюшку найти. Еще один зомби идет. Еще иду двое. Они опять на душу смотрят. Нельзя так делать.
Так, я их минуснул, нет, я же по ним попал. Сколько можно по ним попадать? Меня один ударил опять. Короче, капец, это опять неудачно как-то все получилось. К нам еще прыгун один идет. Ёлки-палки, вот я замыленный. Он все равно идет. Давай, давай. Что-то мне не нравится этот пистолет. Вообще лажа какая-то. Ну, то есть он хороший, и патронов в нем дофига, но я не могу приучиться к его прицельным планкам. Да, я лучше потом М1911 возьму, чем вот эту хрень. Ах, так, 2700. Офигенно. Ой, что-то у меня в глазах потемнело. Я не думаю, что еще боль утоляющая решит вопрос. Поэтому нам нужно сейчас... Они опять срезнулись. Какого хрена? Это, наверное, какое-нибудь обновление новое крутое. Наверное. Так, давай я маленько поем. Я не думаю, что это много мне восполнит, но хоть что-то. К нам кто-то идет опять, да? Давай. Я не знаю, я внутрь дома зашел. Да, идет. У меня есть 4 более удаляющих, если что. Да у меня тоже есть. Ой-ой, ты вышел что ли или что? Нет, это он зашел. Так, да падай ты уже. Да. Блин, нехорошо получилось. Короче говоря, блин, еще опять бегут. Блин, да что ж такое? А, так, ладно. А что бы мне принять? Да ёлы-палы, ну что ж вы не отвяжетесь-то от нас, а? Ну прям же в шею ему попал. Да и то ли лаги, то ли что, что-то у нас не особо хорошо. Еще бежит. Это никогда не закончится. Так, ты держи на прицеле, сейчас будешь стрелять. Я буду, я так сейчас выложу свой М4 и возьму винчестер, чтобы патрон не тратить. Так, винчестер. Кто-нибудь бежит, нет? Бежит, конечно же. Вроде да. Знаешь, что нам нужно? Если такое ощущение, что они очень быстро что-то заглючили, они респаунятся и респаунятся и респаунятся. Сейчас мы если... Отходим в тот ангар. Да, отходим в ангар. Там их и отстреливаешь всех с винчестера и уходим. Так, сейчас. Неужто успокоилось? Нет, еще идет. Еще идет. Так. Блин, ну что, мне обратно свое брать, что ли? Раз мы такой план выработали. Сейчас он зайдет, я его грохну. Ох, блин, как меня напрягает это зрение. Так, короче, я беру. Это мы выкидываем. Давай. Это мы берем. В станаге свои подобрал. Все, выходим отсюда и валим обратно туда. Консервную банку. А, поставь. Старайся не палиться, потому что что-то мы палимся сегодня. Да. У меня 2500 крови, это плохо. Ты помнишь, где он? Я сейчас с таким зрением вообще и нифига, скорее всего. А, вон он, понятно. Помним, помним, вон он прям, не выйдем. В кустах, я думаю, даже засядем. Обойдем эту деревушку и пойдем. Не, ну если за нами никто не бежит, то понятное дело, что туда лучше не заходить. Нет, точно за нами никто хотя, не... Хотя, может, там вещи резнулись. Я пойду проверю. Ну, давай. Зомби мертвый лежит, а там мы его убивали. Я не помню. Мы на этом серваке не убивали там зомби. Так, пойдем, короче, к плотине. Я сейчас не боец. Может мне еще более утоляющий принять? Что-то меня мутит от всего. Ну-ка, сколько у меня их? У меня тут один. И вылез паки еще. Так, блин. Не то сделал, что в хотел. В ангаре еда, ой, блин, лежит. Ой, я в ангар схожу, проверю. Давай, давай. Так. Что у нас в Элиспаке? В Элиспаке у нас еще одна более утоляющая. Бинты. И банку с мясом я сожру. Не думаю, что это мне давай сильно поможет. Давай здесь тоже. Так. Блин, мне бы тебя прикрывать, конечно. А если у костра посеять, допустим, а здоровье не прибавляется? Нет, у меня же температура-то нормальная, 100. Дрова, дрова.
Так, ну скажем, эта банка с мясом прибавила до 2700. И еще один винчестер с патронами. Ох, как мне нехорошо. Один был бы, погиб бы. С бабами здесь. Я эти бабы сейчас сожру, пусть у меня хотя бы 3000 будет. Да-да. Так, бобы. Банка бобы с мясом. Берем. Сразу съесть еду. Хорошо. Что-то у меня... Ладно. У меня все плохо, короче говоря. В принципе, у меня цветность не потерялась, но меня подмучивает все время. Так, оружие. Теперь... Ох, мне бы простой Макаров. Простой Макаров в руки. Да ну нафиг, зачем тебе сдался? У меня патрон для него есть. Че, пойдем к плотине? По дороге найдем какую-нибудь пойдем. Зверюшку. Да. Ты высматривай, потому что у меня зрение плывет, курс. И если... если высмотри что, курс. Я знаю, куда идти примерно. Сейчас мы вот так вот будем идти, найдем дорогу и по ней пойдем до этой плотины. Окей. Капец, моя вот эта вот винтовка шарашит. Она, блин, грохот такой, что... Офигеть просто. А патроны при этом... Да и пистолет какой-то громкий. Мне он, честно говоря, не понравился в бой вообще. Не знаю, мне он так-то нравится, но... Блин, я просто не могу к его прицелу привыкнуть. Он мне ночью очень сильно выручал. У него фонарик есть. Я когда без фонарика был, мне это натурально спасение было. Ой, блин, как все плывет. Ну-ка, с видом от... Так, ты за мной идешь? Через видом третьего, что ли, тоже? Да. Да-да. Сейчас мы наткнемся на дорогу. Блин, дайте мне, я не знаю, хотя бы какого-нибудь зайчика. Зайчика пристрелю. Кабана бы найти. С кабана, по-моему, 7 кусков мяса падает. Хотя опять гоню, наверное, потому что я не уверен. У нас дрова-то есть, если что? Да. И у тебя, у меня, по-моему. У меня нет дров, по-моему. Так. Там в амбаре было. У меня тоже есть дрова, тоже есть. У меня вообще там какая-то шляпа, типа да. Лент к пулемету лежит до сих пор. А, ну как бы лежит, запас не тянет. Поэтому, ладно, пусть лежит. Так, что-то никого тут не видать. Туда идем? Туда-туда. Ты что мне, не доверяешь Сусанину такому, что ли? Да нет, я спрашиваю. Сейчас найдем дорогу, она где-то вот тут вот будет идти. Мы по ней, собственно, и двинемся параллельно. Ой, я сознание потерял. Офигенно. Как бы у меня, блин, конь не двинут таким образом. Теперь все черно-белое стало. Справа кабан или это барашек? Да пофигу, плевать, шевелится, убиваем. Съедобно. Так, давай, 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 браток, делай что-нибудь. У меня что-то совсем все плохо. А, набирай мясо там пока. Сейчас я тогда... Места, по-моему, тупо не хватит. Все, есть лишнее кусков мяса 5. Сложу. О, отлично, сколько кусков мяса. Сейчас я открою респак, я сложу туда все ненужное. В данный момент. Типа этих дров. Подожди, нет, я наоборот. Короче, ладно. Блин, чё я парюсь? Чё-то я парюсь. Так, сырое мясо взяли, взяли. И один еще остался. Ну, пусть пока лежит на нем. Давай, разводи костер. Угу. Сейчас. А то мне нехорошо. Ой, нехорошо. У меня даже вся цветность пропала. Картинка черно-белая. Постоянно, каждую секунду мылится. Ой, нехорошо. Блин, мы в таком месте, со всех сторон нас можно сейчас убить. Так что пошли вон в лесок.
Там как раз полянка вроде. Если я добегу. Вовремя здесь вот барашка стоял. Да. Надо не забывать, что у этого барашка еще один кусок мяса, который мне 800 прибавит. Это для меня будет сейчас серьезной помощью. О, что-то совсем плохо стало. Совсем что-то. Сейчас покушаешь, нормально будет. Да. Давай, вот так все разложу. Вот так вот, ребята. Если вы это смотрите, тем, кто считает, что игра простая, заходите в деревни, что ж вы там не зачищаете каждую деревню, там наверняка что-то хорошее. То есть мы уже достаточно опытные игроки, и то нас сумели порвать. Да. Неплохо так. Так что, блин, не питайте, как говорится, иллюзий. Так, а как мясо жарить? Вперед мы после... А колесиком на нее пожарить, если ты его не в рюкзак положил. Нет, не в рюкзак. А вот. Так, пожарить мясо. Что, тебе все кусочки отдавать? Ну сейчас пока не надо. Ты пополнил. Ну, само собой, да, сейчас. Так, приготовили два сырое мяса. Теперь я их съесть еду. Ты три взял-то? Нет, я два взял, и сейчас еще за одним сбегаю. Так, 3700. А давай я пока сбегаю. Второй кусок 4500, это уже хорошо. Блин, это отлично. Сейчас приду в порядок. Ловко, хорошо. Меня уже после перетрахивать перестало. Зажарить барашка, покушать. Ну, все как самые настоящие походные условия. Ну да. Цветность потихоньку возвращается. Невермена убили какого-то. Капец, у меня винтовка длинная. Я в дом захожу, когда я не могу поворачиваться с ней. Она задевает за стены. Я представляю, если с бара там ходишь по помещениям, что творится. Так, что там? Жарю. Жарю. Мяско. А из рюкзака же нельзя прямо жрать? Нужно ставить в инвентарь, нет. Оттуда жрать. Или можно. Да думаю, что можно, почему нет? Не знаю, может он не дотягивается. Так, держи туда. Мясо. Все три куска ешь. Полностью восстанавливай. Ну да, само собой. Так, жареное мясо, три куска. Нет, их нужно перетаскивать. А, так, 5300, отлично. 600. Отлично. 6900. О, ощутимо полегчало. Цвета постепенно вернутся, я думаю, в течение минут 5. Но уже... Уже... Блин, у меня экран замыленный, конечно, почему-то. В глазах плывет все. Ну да, есть такое немножко. Нет, у меня вообще замыленный, как будто пелена какая-то. Хрен знает, что такое. Ну ладно. Это, видимо, последствия всего этого. Большой кровопотери. Да. По крайней мере, меня не кошмарит постоянно. Сейчас зрение про. Сейчас я GPS открою. Нам нужно. Вот в эту сторону. Я как-то, блин, думал, что мы с этой стороны пришли, но как показывает практика, нет, ты где? За тобой бегу. Я тебя не вижу, что ты. Ты у меня исчез. Ты же в лес уже зашел, да? Все, вот он, я позади тебя. Так, сейчас здесь мы найдем дорогу. Можно даже. В принципе, побежали по лесочку. Еще увидишь, если свинюшку. Вали тоже. Свинюшку или барашку. Мне сейчас не помешало бы. С моим нынешним зрением это, я думаю, не очень хорошо получится что-либо увидеть. Я так очертания вижу. Блин, ну это прикольно. Именно в плане того, что как неожиданно все повернулось. Пошли на зачистку деревьев, чуть нас не зачистили, блин. Зато экшен, экшен.
Да корявый экшен был. Пока что мы разбирались с этими пистолетами. Я на каждого зомби где-то по 3 выстрела тратил, чтобы в голову попасть. Капец просто. Капец! Это капец какой-то. Так все. Все, продолжаем. Так, а где дорога-то? Давайте посмотрим карту. Нам желают отличного лута. Записи, удачи. Так, спасибо. Спасибо, да. Мы в квадрате 90. Так, мы уже дорогу прошли, похоже. 90, 24. Офигеть. Мы вообще не в ту сторону пошли, похоже. Да, мы не в ту сторону пошли. Так, ладно. Подожди, нет. Нет, нет, нет. 90, 20. Нет, мы все нормально шли. Мы примерно в том же направлении, то есть север-восток идем и приходим к плотине. Либо идем строго на восток и приходим к дороге. И по дороге уже идем к плотине. Да, к плотине. Ну, короче, вот так как-то двигаться надо. Так что Сусанин я неплохой. Все-таки. Кто там что не говорит. Вот, такие дела. Главное, что ты нас выводишь в места, в которые мы хотим идти и направляемся. Да я вообще на автопилоте шел из этого гвозда, я нифига не видел, я чисто по GPS ушел. Как-то, блин, вообще просто кошмарно было. Быстрее бы у меня это зрение прошло, потому что вот я в упор подхожу к текстуре, и то ее как-то туго... Так, подожди, что-то у нас справа кто-то поблизости есть. Вдалеке. Это, похоже, зайчик прыгает. Зайчика бы я бы сейчас захарчил. Но я не увижу его, он быстро передвигается. Вот там все мясо. Да. Фу, он прям сидит и ждет меня. Так. Вот если успеет убежать, пока я глок буду брать, то будет жить. Нет, он, похоже, тормоз какой-то. Я даже его не вижу. Ладно. Ой, еда, блин. Так, разделать животное. Он умер? Конечно. Еще бы он не умер после выстрела с глока. Так где он? Так, кусок мяса один. Тут даже нет никого. Беги к костру. Да, мы новый сейчас разведем. Че, тут этих тут дров просто куча постоянно. Где, в каком провайдере? Блин, тут добежать-то немножко. Что за Вуди нарисовался? Надо его закрыть. Да я думаю, пока что из одного куска я не буду. Так, вроде замолчал, так что ладно, не будем его блочить. Ну ладно. Из одного куска мяса не буду. Болен-то. Так, ну и вон там где-то уже будет плотина у нас. А там впереди водоем, да? Ты же любишь у нас водоемы. Я обожаю водоемы. Так, да, там. Нет, смотри, он опять надо будет заблокировать. Так, Вуди, тишина. Все, до свидания, Вуди. В чате опять срач, как я рад, что я его не читаю. Блин, это какой-то кошмар, я не знаю, что... почему нельзя в опциях выключить чат вообще? Это было бы такое счастье просто. Ой. Да. Времена им бывают полезны. Но, с другой стороны, если тебе пишут предупреждение, что... Если вы идете в зуб, то мы вас будем стрелять. Да я бы его... Как только увидим. Я бы его и без предупреждения убил бы, как увидел. То есть на месте сразу. Потому что это северные земли, и тут уже... все, кто тут играли, все говорят, что... Тут никто не цацкается, тут никто не хочет хороший лук терять. И все, как друг друга увидят, стреляют сразу на поражение. Поэтому пофигу на всех пацифистов, я поступил так, как считал нужным. Пусть народ бесится. Самая обсуждаемая тема с той серии пошла. Нужно ли было убивать Бибика? Угу. Нужно было. Нужно. Хотя бы потому, что он у Джека Шепарда до сих пор нужно ли было? Его винтовка. Так что... Спасать человека в ангар. Да, она нам служит хорошую службу. Да. Лучше, чем Бибику. Так, вот эта вот вода у нас, да? Ну, я тут писал, что вроде как он там уже быстро все это потом обратно набрал и бегает дальше.
Ну, как я, меня убило, и все. На следующий день у меня лут такой же. Вот, да, смотри, еще кролик. Ну ладно, этот быстрый, за ним я гоняться не буду. А тут как тормоз сидел просто, поэтому я просто не мог удержаться. Ой, что так мутно? Пойду водички наберу у берега. Так, ну вот мы пришли к этому водохранилищу, да? А ты пока плотину с бинокля просмотри. С какого нафиг бинокля? С моим зрением вообще некуда смотреть. Ну-ка, может, не так? О, ну, точно, ладно, точно, ладно. Точно. А, нажал Escape, и у меня зрение сразу стало ясным после того, как я отжал. Это, видимо, баг какой-то был. Но это арма, она полна багов. Так, ну теперь можно просмотреть. Мне бинокль не особо нужен, у меня прицел хороший. И, кстати говоря, около этой плотины бывает вертолет, насколько я знаю. Вон там. Видишь, вон там вон ангар? Там справа амбар. Вот рядом с ним бывает. Только осторожно, пасут постоянно. Где-то вот тут может снайпер лежать и ждать. Потому что сюда часто народ ходит, насколько я помню. Я узнал это, я видел в одном видео у чувака, который тоже DZ делал летсплей. Мне показали, что тут находится. Так, а ты где вообще? Я думал, ты давно бежишь. Да я... Воду набираешь? Да, набрал воды. Ну ладно. Сейчас опять ошибся с кнопкой, мне персонаж вместо того, чтобы бинокль достать, как у тебя, перепрыгивал через... Ну да. Пустоту. Так, аккуратненько подбираемся по опушке. Где-то... Я по опушке иду наверх. И сверху уже буду просматривать. Ты там где-то метрах, наверное, 50 за мной бежишь. Так, блин, хреновое место. Вон-то я тебя вижу. Хреновое место, тут не посмотришь вперед больно-то. Бугром идет. Да, давай тогда справа обойдем. Ну давай, да. Место нехорошее. Вообще неправильно бегу. Надо бежать по ту сторону деревьев, потому что если снаружи кто-то будет смотреть, то он меня на фоне темных деревьев наоборот увидит. Не снаружи леса, а внутри нужно бежать. Угу. А тут один человек в чате оскорбил наш летсплей и тут же был убит. Вот так-то. Еще желающие, нет? Как вчера, пока этот, пока за оружием бегал, в чате, короче, человек под ником 123, по-моему, пишет: ты друг или враг? Через 5 секунд персонаж 123 был убит, короче. И весь чат умер. Вот ваше, блин, дружелюбие. Потом, к чему приводит данный игре. Ты друг или враг, да? Так. Я не знаю, что уж, блин, сколько можно бежать-то. Нет тут никакого вертолета. Да ты его мысленно убил. Тут есть зомби. Никакого нахрен вертолета тут нет. А если справа вот по горочке мы их обойдем, спустимся вниз и прямо в амбар зайдем. Тебе сильно туда нужно? Ну давай зайдем, ладно. А чё бы нет, я хочу себе пистолет. ПМ, что ли, хочешь? Разбойник Джек Шепард. Да хотя бы что-нибудь. Я что-то уже, у меня боязнь какая-то. Этих зомби. Я что-то расслабился, перестал их воспринимать всерьез. Там как меня порвали всего. Что-то с качеством связи стало нехорошее. Да. Ну вроде ты пока не лагаешь, нормально бежишь. Стараюсь не лагать. Так, ну давай. Сходишь туда, а я тут полежу. Ага. Аккуратненько, потихоньку. Вон ты там, тишкист. Потихоньку. Блин, у тебя так винтовка круто выглядит. Скажу, такая внутри. Спецназовская. Ну, ты и сам такой. Плохой чисто парень. Внутри. Жратву вижу. Через щель.
И жарбалет. Да. Очень нужная вещь. Меняй свою ямку на него. Уже? К тебе зомби подходит. К тому самому входу, откуда ты пришел. В шапке-ушанке. Знаю. Я не думаю, что он тебя заметит. А так в остальном вроде тихо. Ты что там делаешь-то? А, беру еду. А ну да, вот еда пропала. Стальной болт. Так, а вот из прохода, который прямо на тебя, есть там кто? Один скрылся за амбаром, я не знаю, где он точно находится. Вижу, идет. А, который прямо на меня проход, да, тут один есть. А вот тот проход, который дальний, то есть выходит в сторону леса, с него можешь спокойно выходить, там никого нет. То есть вдалеке один есть зомби. А, он повернулся на меня. Повернулся, ну и чё? Нормально все. Выхожу. Там прыгун отреспаунился. Ну далеко от тебя, не волнуйся. С какого хода уходишь? А, все, вижу тебя. С другого. Можешь спокойно. Можно идти на гору? Да, спокойно, можешь идти, никого нет. Далеко все. Они около главного хода тусуют. Я у вас лапшу забрал, придурки. А, чувствую себя героем. Вот если бы ты у людей забрал, один рассказывал, как он просто пробирался к бандитам и шарился у них в рюкзаках. Отбирал все, короче говоря, и тихонько скрывался, они даже не замечали. Вот это вот я понимаю. Щипач еще тот. Ты снял это? Нет, это же у нас с тобой такой прикол есть, снимать то, что делаешь. Остальные-то этим не так сильно увлекаются. Ну да. Так, ну что, с этой плотиной мы пойдем к Красноставу. Красностав у нас... Да, плотину мы вам показали. Красностав-то довольно... Надеемся, что... Мы-то не прям к Красноставу пойдем, мы пойдем к аэропорту, потому что тут прямо к нему идти от плотины. Да-да. Вектор движения, короче говоря. На восток и чуть-чуть на север. И на юг чуть-чуть. Вот так, короче говоря, нужно двигаться. И тогда мы туда придем. Погнали? Окей, ты где? Ты уже вперед убежал, как обычно. Вижу. Короче, как-то вот так идем. В Красноставе, говорит, постоянное мясо идет. Ну, то есть это уже рядом с Березино. Поэтому место уже такое близко к берегу. И там очень много хороших всяких плюшек. Поэтому народ постоянно трясется. Барашек есть. Барашек. Где? Барашек — это по-любому нужная вещь. Вон справа. Сразу пойдем. У меня вот 8 тысяч, например, здоровье. У меня 7. У меня кусок жареной крольчатины, я его тебе не дам. Где он? Где ты его увидел? У тебя пистоль? Нет. Ну. Да вон, к нему иду. Ну сейчас я пистоль достану по такому случаю. Стоп, куда он делся? Это был мираж. Это, наверное, очередные глюки твои были. Нет, я чист. Вон он, вон он. Уходит он нас. Он чует, похоже, что-то заподозрил. Давай, ты его убьешь или мне его убить? Место, в принципе, безлюдное. Ловишь стену, он у меня, блин. Где он, я его не вижу? Патроны. Патронов пистолетных нет. Ты где? Ты прям к нему идешь. Псих. У тебя, наверное, уже глаза просто... Она буксует залит. На месте. Ты дешево убивать. Давай. Алло, гараж. Ей пофиг, она ест. Ты не смог убить барашка с одного выстрела. Я ей в голову прям целился. Так, ладно. У тебя много места в инвентаре, нет? У меня 2 слота. Да, сделать. Не знаю, сейчас посмотрим. Все, что влезет, я возьму. И съем. 910 зомби что-то уже на этом. Да, зомби до хрена. Сколько у нас там? У меня два места есть. У меня 2 места.
А, нет. Ни одно место. Блин. Я сейчас сигнальные файеры выкину, потому что они, в принципе, не нужны нафиг. Я их ночью только тратил. Так, у меня 3 куска мяса. У меня 2. Ночью они, конечно, нужны были, эти фаеры, а днем-то нафига. И найти их не такая проблема. Так, пойдем в тот лесок, может? Да. Или в тот лесок, да, куда ты идешь, или, ну, короче, пошли куда-нибудь. Какой-то лесок, да. Да. Ты хочешь сразу закушать? Конечно. Потому что, ну, блин, хочу сразу. Сразу съедим. У тебя 3 куска, да? И у меня 3 куска. 2. У тебя 2? 2, 2, 2. Подожди, а там же 5 вроде было. Да. Ну, ты 3 взял, и я 2. Я 2 взял, у меня еще крольчатина 1 кусок. Что-то мы с тобой не понимаем в этой жизни. Я только 2 взял. Ой. А, видимо. Давай, разводи костер. И пожарю, съем, сбегаю, еще посмотрю, есть у него кусок мяса или нет. Я не умею разводить костер. Так. G. Правой клавишей на спичках. Развести костер. Так, коробок спичек. Развести костер. Развести костер. Так, подожди. У вас должно быть дерево в инвентаре. А, понятно, он у меня в рюкзаке лежит. Так, сейчас я открою свой эгиспак. Открыть. Сложу туда... Как раз мы на этом перекусе закончим серию, 41 минута. Наверное. Сложу туда адреналин, положу. Так, дрова, хорошо. Теперь нажму G. Достану коробок спичек, разведу костер. Хорошо, что-то он там поколдовал. И что дальше? А, теперь его зажечь, наверное, надо. Теперь на нем разжечь. Так, я не сгору на нем. Что-то я не боюсь. Ура! Так, и теперь... пожарить мясо. Пожарить мясо. Хороший такой привал у нас на природе. Да. Так по-домашнему. И приготовили 3 сырое мяса. Уютненько. А теперь мы это покушать. Сырое мясо будем есть. Так аппетитно чавкает, блин. Еще раз покушать. Да. Все, у меня цвета восстановились. Бегаю еще раз за барашком. Да там, по-моему, на нем ничего больше не было. Так, у меня 9300, отлично. У меня 9626. Шо? Фига себе, ты далеко убежать успел. Мне на нем, значит, все-таки что-то есть, раз он не исчез. Когда с него все куски мяса забираешь, он исчезает. Возможно. Ты что на него этот химсвет синий положил? Да. Из-за этого и не исчез, да? Тут только химсвет синий остался. Ну ладно. Что ж поделать. Ловички, нет мяса больше. Нету. Ладно, пусть покоится нас миром. Rest in peace. Rest in pieces. Все, она ушла под землю. Блин, прикольная винтовка такая. Осмотр. И бегу завершать серию. Давай, беги завершать серию. Надо мне прицел с ней снять, тебе прикрепить. А у тебя... Кто тут отобрать? Вот какой. Мыслишки-то какие. Так, ну что, все, на этом прекратим эту серию. В следующий дойдем до Красностава, да, там давай. Убьем кого-нибудь, я думаю, какого-нибудь бандита. Или наоборот, какого-нибудь кепку, какой-нибудь типа меня. Ну, короче говоря, увидимся в следующей серии. Попрощайся с подписчиками. Всем пока. Да, в общем, пока-пока-пока.